если мы на месте, но что-то не так? Слишком тихо. Что же их вообще? Что их система защиты активирована? Они, скорее всего, знают о вашем присутствии. Мы знаем, сколько их. Они блокируют наш сигнал, и мы не можем оценить здание. К несчастью, скорее всего, тебе придется идти вслепую. Я иду один. Это самоубийство! Я иду с тобой! Оставить! Генерал не хочет предпринимать наступление. Хищник, твоя задача — обеспечивать прикрытие, пока Фил пытается обнаружить компьютерный терминал. Если ТЖ удастся выйти на связь изнутри, мы сможем вывести из строя систему защиты. ТЖ не обнаружили ничего на первых двух уровнях, так что обыщи третий. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мне все равно, что говорит генерал. Если я не получу сигнал от тебя через 10 минут, я пойду тебя дальнейших указаний!
дальнейших указаний. Сейчас загружаю данные. Я получил твой сигнал и устанавливаю информацию. Тревога. Обнаружен посторонний. Операция «Красный код» началась. Заблокируйте 5-8 секторы. Что за... Трейсик еще там? Включена система самоуничтожения. Обратный отсчет пошел. Трейсик! Обратный отсчет пошел. Фил, ты меня слышишь? Очнись, Фил!
не стресси. Слава богу, не двигайся. Кишник сейчас заберет тебя. Я знаю, кто это Трейси. Конечно, ты знаешь его, это же... Я его знаю. Вражеские сигналы, поступающие после того, как Фил взломает систему. Зайдите ко мне немедленно. Закройте дверь. Генерал? Как там Филин? Он поправляется. Медперсонал говорит, он будет в порядке через 48 часов. А что с его рассудком? Он сделал или сказал что-нибудь необычное с тех пор, как вернулся? Вы ведь знаете Филина, он немногословен. Трейси, за столько лет я многих людей вел на войну. Некоторые все еще служат мне, другие пали в бою. Как их командир, я всегда старался узнать каждого лично. Их мысли становились моими собственными. Я не верю в случайности. Три одновременных вызова, высокотехнологичная инфраструктура, военная база, полная солдат, которых, не задумываясь, посылают на смерть. А теперь вторжение в систему ДЗИ. Они всегда на шаг впереди нас. Предугадывают наши действия. Они знают наших агентов, Трейси. Вы ведь не думаете, что... Генерал, ты же обнаружил пистолет. Наши данные подтверждают, что конфиденциальные файлы не могли быть расшифрованы при проникновении в систему. ДЗИ полагает, что все защитные коды были регенерированы. Мы также отследили вражеские сигналы и извлекли некоторую информацию. Похоже, враг... Хватит вычислений. Где вертолет? В Азии, генерал. Какие будут указания? Немедленно атакуем. Без помощи компьютера. Подготовьте хищника. Я хочу, чтобы он прибыл туда через 2 часа. Один.
Здесь полно профессиональных солдат, оснащенных по последнему слову техники. Я слышал кое-что о лаборатории. Ты что-нибудь знаешь об этом? Лаборатория? Хищник, действуй осторожно и сообщи обо всем, что найдешь. Слушаюсь. Обнаружен враг! We'll be right back.
Гейси. Здесь полно профессиональных солдат, оснащенных по последнему слову техники. Я слышал кое-что о лаборатории. Ты что-нибудь знаешь об этом? Лаборатория? Хищник, будь ты осторожна и сообщай обо всем, что найдешь. Слушаюсь. Здесь полно профессиональных солдат, оснащенных по последнему слову техники. Я слышал кое-что о лаборатории. Ты что-нибудь знаешь об этом? Лаборатория? Хищник, будь осторожна и сообщи обо всем, что найдешь. Слушаюсь. Я нашел лабораторию. Вызывай подкрепление, чтобы проникнуть в комплекс. Отставить, хищник. У меня четкие указания от генерала. Никакого подкрепления. Никакого подкрепления? Но это же безумие, Трейси! Не двигайся. Оставайся на месте. Я выйду на связь, когда будут новости. Не рассчитывай, что я пойду туда один. Конец связи. Что связалась с хищником. Он обнаружил лабораторию, но считает, что враг слишком силен, чтобы атаковать его в одиночку. Я бы хотела получить полномочия послать ему подкрепление. Вы правы, Трейси. Похоже, нам нужен филин. Филин? Но генерал, он еще не поправился, и у нас есть другие люди. Позвоните медперсоналу, я хочу немедленно видеть филина у себя. Генерал, вы хотели видеть меня? Как самочувствие? Я в полном порядке, генерал. Рад слышать. Ты отправляешься в Азию. Но, генерал! Возвращайтесь на пост, Трейси. Свяжитесь с хищником и обеспечьте радиоподдержку. Филин, ты немедленно отправляешься. Да, сэр. Я вижу сигнал тревоги на моем экране, но командование не дало мне полномочий прекратить миссию. Я это...
не знают, что делают. Действуй. Выжимки через 3, 2, 1. Вперед!
всегда везет. Не думал, что ты выберешься. Там были солдаты? И можно и так сказать. Не знаю, что они защищают, но без боя они не сдадутся. У меня плохое предчувствие насчет этого вторжения. Что тебе сказала Трейси? Ничего. Я просто не понимаю, почему Баннер послал меня. Баннер? Тут что-то не так. Я просил подкрепления, он послал только тебя. А теперь Трейси не знает, в чем дело. Что они замышляют? Мы скоро это выясним. Трейси? Мы на месте. Какие будут указания? Проникновение и осмотр местности, Фил. Генерал хочет знать, что они скрывают. Они блокируют наши сигналы так, что ты уже не можешь смоделировать карту комплекса. Хищник, твоя задача оставаться на месте. Фил, ты должен проникнуть внутрь и сообщать обо всем, что обнаружишь. Если тебя заметят, я... Понял, Трейси. Я пойду один и надеюсь вернуться живым. А мне казалось, Баннер ценит своих людей. Удачи, Фил! We'll be right back.
Он ученый. Похоже, он проводит круглые сутки в своей лаборатории со своими пробирками, разговаривая со своим компьютером. Но это пока он здесь все не поднимет на воздух. Так вот, что они защищают. Трейси, похоже, солдаты защищают секретную лабораторию. Что они исследуют? Не знаю. Выясни, над чем они работают, а я сообщу генералу. Ha!
дальнейших указаний. Я беру это на себя. Ждите дальнейших указаний. Какие будут указания? Хорошо, вас понял.
указаний! Вы что-нибудь видели? Вы что-нибудь видели?
Батарея разряжена. Ты работал на нас? 7 лет жизни только для того, чтобы эти бюрократы взяли и все разрушили! У вас есть тазы, но вам никогда не прибрать рукам мое новое творение! Так ты решил помогать террористам только потому, что ОСОП не дало тебе закончить исследование? Ты всего лишь солдат, тебе не понять! Ты прав, я солдат, и я выполняю приказания. Ты пойдешь со мной. Никогда! Омега, моя! Моя! Охрана! 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 Трейси, я нашел лабораторию. Стажик изобрел новый искусственный интеллект для врага. Он пытается сбежать с пробиркой. Какие будут указания? Так, ты, восстанови все данные, которые можешь, и достать Стажика назад в штаб. Он нам нужен живым. Данные? Но здесь повсюду только пробирки, Трейси. У него должен быть центральный модуль. Достань его, но постарайся не разбить ни одной пробирки. Если ты уничтожишь хотя бы одну, мы никогда не получим нужную информацию. Посторонний компьютер на секторе! Thank you.
сдавайся, Стажик. Не заставляй меня в тебя стрелять. Не разрушай ее. Я сдаюсь, но обещаю, что ты не причинишь ей вреда. Что делать с искусственным интеллектом? Заставь его переслать все данные на центральный модуль. Нам просто необходима эта информация. Ты ее слышал? Загрузи все системные данные, или мне ничего не стоит уничтожить твои драгоценные пробирки. Я сделаю все, что ты захватишь. Но там не хватает некоторых элементов. Мне нужно некоторое время. Торопись, Фил, немедленно эвакуируй здание. Пойдем, надо выбираться отсюда. We'll be right back.
Батарея разряжена. Обещай мне, ты должен пообещать, что ты не повредишь ее. Thank you.